понимаю, как это происходит. Все делаю я, и все решаешь ты. Сочиняешь и записываешь мелодию. Я играю и придаю ей конкретные черты. Или не так. Каждый мотив, коленца, полифуркациями пунькают, но один путь у фразы. И выбрав его, мое лицо становится первым. Как неодимовый магнит в наушнике перевирает волну, впечатавшуюся в нули. Так я, украшая и сельдерея, перевожу, как азбуку с Сомали, звук своей жизни, снова тряся воздух. Говоря от лица, играешь, как скоморох. Нет мелодии, есть направление желез моих, гармонии, функций в моих вонючих парах. Может быть, что-то лежащее возле духа настоящего, клея атомов тел. Того, кто не отличает этих от тех, но отделяет волосы, воздух от комаров. Боишься сфальшивить? Или, что хуже, не точно попасть в акустику зала? Он должен гудеть с твоим инструментом, настроенным так, что нечетное не учитывается, а четное избегает падения. Это значит, нужно выбрать тональность, в ней отточиться. В сторону же на тон выйдет фальшиво. Устроя тоники кость только одна. Впрочем, есть также только одна нота. Слава за сотворение звукоряда, за возможность ошибки, вариации и порядка, темы сыра и списка литературы. Тебе, который дерево учинил в природе, а во мне недовольство колками, который учредил по одной волне при каждом аккорде. Собственно, происходит.